певец, проснулись, на улице пасмурно, там даже дождь идет где-то там. И Леша спонтанно пришла в голову идея, мы же когда в Астрахани были, Леш, выключи музыку, когда в Астрахани были, там была большая очередь на речной трамвайчик, и мы очень хотели покататься, Дашенька увидела вообще, она не знала, что у нас запланирована поездка, просилась покататься на кораблике, и в общем Леша сегодня спонтанно пришла в голову идея поехать в Астрахань, покататься на трамвайчике. Сегодня и будний день, очереди не будет, и пасмурно, не так жарко будет. В общем, едем все вместе. Вот Дашенька. Вот смотрите, как сзади втроем сидеть с этим креслом, этим, как его, детским. А, вот так. Ну, нормально, я тут мягко. Это вот завод шприцов. И Лешина мама с нами едет, так что мы весело проведем время. А там что за завод? Шприцы делают. О, а там завод делают шприцы. И дождь пускай на них. В общем, едем. А с Нариманова час ехать в Астрахань. Мы сели, нарядились все. Особенно Дашенька. Едем. Он техникум наш учит. И Алёшка мне. Вы пошли мороженое купили. Сейчас через 10 минут начнут билеты продавать. Вон, Даша, заехали в магазин, купили очки, а то она говорит, у всех очки есть, у нее нет, тоже захотят. Ну, пойдемте. Все, билеты покупают. А там на кораблик садится. Мы с Дашей ждем. Все, идем на кораблик. Дашеньку возьми, я потом. Видите, Дашу. Ты маме руку подавай потом, Лёш. Ой. Да подожди. Сейчас я подожди. Давай. Да не на мальчике, я подержи пока. Сейчас посмотрим, есть ли там места на втором этаже. Первый этаж выглядит вот так. Сколько, Лёш, билеты стоят? 2700 за четверых. Ой, а лучше на улице сидеть. Белые. Или мест нету? Даже несмотря на то, что родные далеко, очень здорово, что есть возможность к ним приезжать почаще. И хорошо, что мне не нужно отпрашиваться с работы, брать отпуск. Моя работа всегда со мной. И вы очень часто спрашиваете меня, как заработать, не выходя из дома. Если вы также хотите найти дополнительный доход и вам хотелось бы больше времени уделять своей семье, то сейчас есть возможность занять нишу, которая в 2024 году еще не занята. Сейчас есть отличная возможность познакомиться с нейросетями ближе. С недавнего времени на помощь людям пришли нейросети. Искусственный интеллект стал полноценной частью нашей жизни и действительно облегчает работу, освобождая внушительное количество времени. Уже сегодня с помощью нейросетей можно создавать фото-видео-контент, продающие текста и многое другое, затрачивая на это всего 5 минут своего времени. Более того, навык работы с нейросетями может стать источником дополнительного дохода, независимо от вашего возраста и территориального нахождения. Я подскажу вам, где и как можно этому научиться. Школа Михаила Христосенко за 6 лет обучила более 100 тысяч специалистов, экспертов и предпринимателей. Сейчас они запустили бесплатный 5-дневный онлайн-курс по нейросетям. Ученики начинают зарабатывать с нуля.
Пройдите онлайн-курс и узнайте, как сгенерировать контент-план за 10 минут и зарабатывать около 3000 рублей. Получить готовые продающие текста за 2 минуты и зарабатывать от 500 рублей за один текст. Создавать уникальную картинку для соцсетей за 1 минуту и многое другое. Курс подходит новичкам. От вас не требуются знания нейросетей или программирования. Если вы хотите работать удаленно, 30 минут в день получая дополнительный доход, делать это быстро и не хуже профессионалов, то регистрируйтесь на бесплатный 5-дневный онлайн-курс по ссылке в описании. И идите в ногу со временем. Здесь? Здесь, ну давай. Что, чуть не здесь? Да лучше на улице, чем здесь, да? Здесь, да. Людей много было, мы не стали в очереди стоять, самые последние пошли, уже там все заняли. Ну что, мы здесь вот посидим. Да, сейчас поплывем. Ой, ну сейчас посмотрим, что там есть. Леша. На стульчике. Длительность прогулки астраханского речного трамвайчика составляет 1 час, но, честно говоря, для прогулок с маленьким ребенком времени многовато. Даша быстро устала, и вторую половину дороги нам пришлось ее развлекать. Но, тем не менее, нам всем очень понравилось. Мы любовались красивыми городскими пейзажами и проплывающими лодками. Ну а вечером, приехав домой, мы решили устроить дискотеку. Танцевали все, подозреваю, что даже соседи. Так что и вы присоединяйтесь. Thank you.
вечер наступил, натанцевались, теперь прохлаждаемся на балконе. Бабушка тоже там стоит. Сейчас я тоже сюда пройду. И держать ее не надо. Держать высоко, тяжело. О, как Даша стоит. И баба пойдет. И папа пойдет. И Даша пойдет. Хорошо так стоять, да? Деда тоже пойдет. О, на стремянке стоит. Еще глянь, как ножку поставила. Ой, ну вообще. Хорошо так стоять, да? Ну, конечно, на мне с папой. Еще и выше папы. По ростам с папой. Так, малыша с доставки на дом заказывали? Давайте. Малышку. Опа. Дедушка с бабушкой ловят лягушек. Папа с Дашей строят плотину, а бабушка с дедушкой набирают туда жителей на эту плотину. Наловили. Бабушка несет внучке лягушечек. Боюсь, надо мне что-нибудь прикрывать, так он меня убегает, да не обрушит, да я Лёш, ну никого не трогай ты этой рукой только. Почему? Я тебе хочу отвечать. Не надо. Чё, кто? Сейчас на этом, на огне зажарим. Корочка будет у нас. Эти, как французы. Даша, ты видишь, цветочки поливает? Ладошку дай и посади ей, ладошку вот так. Давай ладошку. Эй, неправильно. Держи, закрывай. О, все, поймала. Поймала? Ну, отпускай. И вот еще, Даш. Да ты не хватай. Она сама туда придет. Давай, сама туда придет. Вот это сколько. Ну попробуй слови. Ой. Ой. Ты за голову хватай. Ой. 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 На, Даша, на тебе руки. Да, Соль, смотри, у меня в руке лягушка. Ладошку подставь, вот так, сделай ручку, я тебя посажу. Все, у нас перекус. Сочный астраханский арбуз. Кстати, тут такие арбузы вкусные. На. Спасибо. Даша, Дашенька, держи.
Ой-ой-ой. Дедушка, держи. Спасибо. Даша, покажи, как ты кусаешь арбуз. Ой, как вкусно. А ты можешь порезанный сюда? Давай. Кусайте. Да потише вы. Ам-ням. Что может быть прекраснее этого сочетания цветов? Сегодня волны поднялись, прям как на море. Алёша с Дашей вон вдаль ушли. Нам козы пришли. Такие хорошенькие, ласковые. Вы ласковые, да? Да, да. Ну-ка, козы. Привет. Смотри. Это козел. Где козел? А вон козел. Даша так интересно. Ой, такие смешные. Ну сними меня, как я их глажу. Гони, гони их отсюда. Ладно. Ой, ты такая красивая. А ты самое главное, у нее вообще какая-то сумка с вещами и куча молока. Горку будешь? Ну, это маленький. Малыш. Маленький, маленький пугливый. Смотри, они сейчас там к нам лезут. А ну, кш-кш-кш-кш-кш. Ты мамочка, да? Ой, такие красивые. А малыши пугливые. Молока полно. Угу. Ты хорошенькая. Да погладь. Ой, я боюсь. Это козел просто. Да у меня камера. Они думают, что у меня еда. Так. Мы уже приехали домой, все приняли душ. Пока принимали душ, мама уже успела приготовить ужин. Вот такой вот у нас ужин. Картошечка с рыбкой. Что это за рыбка? Что за рыбка? Сазанчик. А еще моего. И представляете, оказывается, знаете, как удобно рыбу переворачивать? Мама ее вот так вот тарелку сверху кладет, переворачивает тарелки, и вот так вот лежала моего в сковородке. Ну, я надеюсь, я понятно объяснила. Все, будем ужинать. У меня с одной стороны зажарилось. Я тоже так приложила, вот так перевернула и с нее с этой. Надо будет попробовать. Главное подобрать правильный диаметр тарелки. Да. Ой, мы будем квасить. В этом, в, как это называется? Светофор. В светофоре, я хочу сказать, перекресток. В светофоре вот такой квас. 3,5 литра, такой вкусный. Козочек были какие. Бе-бе. Красивые, да, козочки были? Я найду, сказал индюк. Индюк как говорит? Так говорит. Только стал я близорук. А для вас, для индюков, не придумала очков. Друзья, сегодня мы последний день в Астрахани, в Нариманове. Приехали на Волгу последний раз. Я сегодня плавать уже не хочу. Наплавалась, уже желания плавать нет. Взяла с собой планшет, сижу, монтирую видео. А мне вообще сегодня, вот последний день, мне вообще не хотелось. Вот знаете, мне хотелось просто поваляться на кровати, никуда не идти. Вот. Папа наплавался тоже. Он у нас особо не любит плавать, но здесь наплавался конкретно. Водичка теплая, хорошая. Плохо, что течение. Здесь плывешь и туда уносит. Но я купальник с собой на всякий пожарный взяла. Может, захочется поплавать, но пока ничего не хочется.
Хочется... Ой, хочется наслаждаться ленью. Раньше меня лень удручала и портила настроение. Я всегда чувствовала чувство вины, если я позволяла себе расслабляться и ничего не делать. Сейчас с возрастом, наверное, это приходит. Когда я чувствую такое ленное чувство, я полностью ему поддаюсь. И если есть возможность насладиться, я наслаждаюсь. А если нужно, конечно, взять себя в руки и куда-то бежать, ну, как все, беру себя в руки и куда-то бегу. Но сейчас я нахожусь в таком положении, что просто невозможно не поддаться этому чувству. Говорю я при том, что сижу и монтирую видео. Но я все равно это делаю на расслабончике. Уезжаем мы от бабушки Маши. Собрали вещи. Он, кошка, с нами хочет поехать. Ну что, обнимай бабу Машу. Давай, пока-пока, баба Маша. Поцелуй бабушку в щечку. Поцелуй. Опа. До свидания, спасибо вам. Отвлеклась. Даша, не ходи туда. Спасибо вам. Даша. За неудобство у вас было. Даша, бабу обними, обними. Да она уже обнимала. Давай еще. Она сказала, как пойдем. Мяу! Мяу! Маленький, все равно маленький. Ну что, до свидания. До свидания, пожалуйста.